Милая дочурка, поздравляю тебя с началом нового учебного года. Я надеюсь, что летние занятия с Борисом Павловичем не прошли для тебя напрасно, и ты будешь хорошо заниматься. Я скоро выезжаю из госпиталя, в часть, и, возможно, через несколько дней опять начну сражаться с ненавистными врагами, освобождать наших людей с того рабства, которое принесли им гитлеровцы. Оправдай мои надежды и труды такого прекрасного человека, как Борис Павлович. Поцелуй мамочку и в свободное время помогай ей, а то она, бедняжка, совсем замучается и сможет захворать. Что ты тогда будешь делать? Целую тебя крепко. Твой папа.